Дізель Шоу повертається з новими жартами, піснями та номерами. Перший великий концерт у Києві 26 лютого, 19:00, Палац Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua. На траїх! Бляха-муха, поставили камери на посту. Що тепер чесним гаїшникам на одну зарплату жить? Та ладно, якщо б тільки на зарплату. Ще ці протоколи дурацькі заповняти. Мені б тільки до пенсії. Дотягнуть її. О, диви, придурок, несеться. Зараз чия очередь? Моя. На. Привет, Китя. Та ё-моё, шо ж на таких завжди моя очередь? Здравия желаю, инспектор Поляныця. У тебя такой длинный, красивый жезл, инспектор. Спасибо. А шо це ми так быстро їдемо? Ой, сколько я там ехал? Скільки? 69 км. 69? Это мне нравится. Та шо тобі тут нравится? А ну, виходим із машини. Це, між прочим, превышение скорости на 9 км. Так що составляємо протокол. Ким работаєте? Я продюсер. Та я бачу, работаєте ким. Слушай, Китя, давай я тебя удовлетворю, и мы разъедемся. В смысле? В смысле, деньги нужны тебе? А, деньги нужны. Вот. Я тебе заплачу, и мы не будем портить друг другу нервы. Знаете, вот побільше б таких продюсерів на нашій трасі. Дайте я вас обніму. Нас знімає скрита камера. Акуратно положи мені гроші в задній карман. А вас не смущає, що я гей? Гроші не пахнуть. Давай. Ага, понял. Давай. Хорошо. 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 Вот. Хорошо. Сержант! У тебе все нормально? Да, все хорошо. От друга встретив. Не знав я, що в тебе такі друзі. Ну давай, заканчуй тут швиденько і до мене. А. Ну що, положив? Да, положив. Ага. Щось там мало? Откуда ви знаєте? А я чувствую. У мене це місце на гроші очень хорошо натренировано. Ну ладно, вот і ще. А що ти світиш, кинь? Яхамуха, я сам достану. Ой! Сержант! У тебе все нормально? А, да. Товарищ вже їде, оставляє після себе очень приятные воспоминания. Кітя, я твоего друга уже удовлетворил. Может, я и тебя удовлетворю? Соглашайся, 200 гривень на дорозі не валяються. Та ні, я лучше на зарплату поживу. Чого? Китя! Яка я тобі Китя? Я заплачу. Так, брись отсюда! Брись, я сказав! Сержант, забери його, бо я за себе не ручаюсь! Брись! Що ти робиш? Ех, Санька, не понімаєш ти свого щастя! Эй, уважаемые! Уважаемые! Вам что, негде этим заниматься больше? Не могли в лес отъехать или что? Так, прекратили раскачивать машину! Так, вышли из машины, иначе я буду вынужден открыть огонь! Быстро документы к досмотру! Автомобиль Део Джентра, госномера И-35-23. Прекратить хулиганство при автомобиле, иначе я буду вынужден открыть огонь. Последнее предупреждение, огонь на поражение. Спасибо вам. Что спасибо? Вы кто? Я таксист. Вы что, вообще обнаглели заниматься этим здесь? Не могли отъехать, что ли, в сторону, что ли? Послушайте, я вез женщину.
А у нее не было денег, чтобы рассчитаться. А она предложила расплатиться натурой. Меня это не интересует. Документы быстро к досмотру. Ну, дослушайте. Я говорю, не надо. Не надо мне денег, ни натурой, ничего не надо. А она говорит, нет. Долг это святое и... Меня это не интересует. Во-первых, припарковано в неположенном месте. Во-вторых, занимайтесь бог знает чем. Среди бела дня прямо на трассе. И в-третьих, кто будет штраф платить? Ну, я могу штраф заплатить. Че, давай. У вас же денег нет. А я привыкла другим расплачиваться. А вы-то, собственно, ничего не нарушили. У меня вот с ним разговор. Здрасте. Во-первых, мы припарковались в неположенном месте. Во-вторых, мы ездили непристегнутыми. И в-третьих, мы раскачивали машину. Хватит тебе нарушений? Да это все пустяки. Можете ехать. Здрасте, еще раз. Аптечки у него нету. И того, что там положено, тоже нету. Так что тут нарушений на полдня. А меня это не касается. Вот вы с ним не разбирайтесь, что там не хватает у вас в аптечке. Я могу ехать, да? Стоять. У тебя очень удобная машина, и еще ты мне остался должен. Понял? Так что, мальчики, куда ты? Вперед! Уберите руки! Я не знаю, я в исполнении! Я в исполнении! Я жена! Прекратите, что вы делаете? Давай! Куда вы летите? Не трогайте кобуру! Дедулечка, что вам подсказать? Мне, пожалуйста, внученька, от ревматизму чего-нибудь. Ага, хорошо. Крутит меня всего. Вот. И для сердца чего-нибудь. Шалит она в последнее время. Пожалуйста. От давления что-нибудь. Кружит голову до упаду. Так, все? Ну, да, все. Ага. Вот, только они дорогие, немецкие. Как немецкие? А что, наших, что ли, нету? Ну, наших сейчас у нас нет, но немецкие хорошие. Вот и пойми теперь, кто войну выиграл. Так. Ладно, сколько стоят эти немецкие? 3000 гривен. Сколько? Ой! Ой, прошло все сразу. Ой, ничего не болит. Сразу здоров. Ой, ти-та-ти, за такие деньги я сразу здоров. Ой, ти Если ой. Здоров, иди давай. Дай больным отовариться. Здравствуй, милый. Здравствуйте, бабулечка. Мне от кашля, от ревматизма, для давления, для сердца, для печени, мочегонное, снотворное и анальгин. Ага. Так. И, пожалуйста. Ага. Так, 9000 гривен. 9000? Да. Женщина, разрешите пригласить вас на танец «Вторая молодость»? А хоть на дискотеку. Пойдем. За такие деньги, ну их нахрен, эти лекарства. И без них выздоровели. Да. Надо будет цены на лекарства снизить. А то так все без них повыздоравливают. Здрасте. Здрасте. День добрый. Вот, хочу у батюшки машину купить. Надо бы ее осмотреть. Да что там ее осматривать? Машина в первозданном виде. Выезжал я только на праздники. Я верю, батюшка. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Мало ли она у вас крашеная. Да что вы такое говорите? Неужто она крашенка? Знаем мы вас, батюшка. Сейчас возьму переборчик и посмотрим, крашеная или нет. Разрешите? Да-да, конечно. Да, спасибо. Да, состояние машины отвратительное. Отвратительное. Передок весь вареный. Весь. Ого, батюшка. А вы же говорили, она ни разу в ДТП не была. Так и не была она в ДТП. Ну, может, запамятовал какую-то поцарапку на парковке. Но с кем не бывает. Всего-то не упомнишь. В голове-то сколько информации. И прихожане, и имена для молитв. Да там не поцарапка.
Там такое ощущение, что она в столб ехала. И электроника не родная. Походу, машина ныряла. Ныряла? А что тут такого? На крещение я нырял, и машина ныряла со мной в прорубь. Это чтобы бесов автодоровских от себя отогнать. На машине, в реку, вы в своем уме? А зря вы так к этому относитесь. Меня, между прочим, после этого ни один гаишник не остановил. Что вы? Вы меня, конечно, извините. И спидометр отмотанный, батюшка. Дело в том, что там число дьявольское было. 666 тысяч. Вот и я подумал, что лучше отмотать. Теперь там 33. Символическое, красивое число. У меня вообще такое ощущение, что машина сварена из трех. Передок от одной, задок от другой, а серединка от третьей. Чудо! Бог создал Еву из ребра Адама. Вот и машина эта из трех сделана. Бог любит Троицу. Ясно, ясно, батюшка. Знаете что, ездите-ка вы на вашей колеснице сами, батюшка. Так подождите, может, все-таки подумайте, а я вам бонус, иконки на торпеду, бесплатно. Спасибо. Ты что, Ирод, ему наговорил? Ого, да я его уже месяц окучиваю. Я его бесплатно целый месяц исповедую. А ты мне из трех частей она сварена. Да я тебя прямо сейчас отпеваю. Батюшка, не берите грех на душу, батюшка! Батюшка! Такое не грех на душу взять. Иди сюда! А наркоту привозил прямо в себе. И что, обычное дело? Обычное, да. Необычное. Он перед досмотром так испугался, что и досмотр проводить не пришлось. Ой. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Меня к вам направили, на досмотр сказали. И правильно сделали. Очень вы подозрительный персонаж. А? Ага. Сумочку сюда. Да, пожалуйста. Что в сумке? Оружие, наркотики, драгоценные металлы везем, а? Нет, нет такого. Значит, не везем, да? Драгоценных металлов, значит, у вас нет. А это что? Это золотая медаль. А декларация у вас на золотую медаль имеется? Нет, конечно. Я ее на чемпионате мира выиграл. На ком? Чемпионате мира? По шашкам или по заиканию? По карате. По карате? По какому? По детскому, в ультрамалом весе. Если ты чемпион мира по карате, я чемпион мира по синхронному плаванию. А я чемпион мира по тяжелой атлетике. О! Я рад за вас. Скажите, я могу идти? Да, да. Конечно. Забирай сумку. Счастливо. А медаль? Какая медаль? Не было никакой медали. Слышь ты, выходи отсюда. Вы сами захотели. Чего? Говорил мне тренер, что медаль защищать придется. Ну, чтоб таким образом... Капельница! Хрен с ней! Смотри, что у меня есть! Классно! Ой, ну
ты, конечно, и молодца. Вот это даже халат не дал снять. Спасибо вам, сестра. Я не думал, что медицина настолько далеко зашла. Скажи, а что раньше у тебя такого не было? Нет, ну вот это прям такого, чтобы медсестра вот да так. Да я сама охренела! Филиппова! Что? Ты что здесь делаешь? Что, вы же сами сказали идти в палату к заммэров 343. Заммэров 434, это этажом выше. Ты ж вроде должна знать его в лицо. Да хрен их кто поймет. Слышишь, у этих там замов у него хоть это попой жуй. Ты понимаешь, что тебе здесь вообще находиться нельзя? Человек в тяжелом состоянии. Нет, доктор, вы знаете, мне гораздо лучше. Я уже сам пойду, наверное. Куда? Вам нельзя. Мне можно. Мне можно. Мне можно. Филиппова, ты понимаешь, что ты только что сделала? Что? Ты безнадежного пациента на ноги поставила. Филиппова, так может к нам на полставочки, а? Хорошим я делом занимаюсь. Правда, платят у нас немного, но техосмотр ежемесячно бесплатно. Ну что, Филиппова, подвигайся. Будем и меня на ноги ставить. Давай. Эх, Филиппова! Сейчас придем, на лежачки упадем. Тёлки, холодный пивас, класс! Молодые люди, извините, что отвлекаю вас от важного дела, но в направлении, в котором вы двигаетесь, находится нудистский пляж. Вот это тема! Стойте. Ну как же вы пойдете в таком виде на нудистский пляж? Вы же опозоритесь, молодые люди. Но как раз для вас у меня осталось два комплекта одежды для нудистского пляжа. Вот, давай. Всего по 100 гривен с каждого. Что-то дороговато. Да. Но красота требует жертв. Ну, на, держи рыжего. Все? Снимайте ваши маечки. Опа! Так, о! Ну и что дальше? Все, вы полностью готовы. Молодые люди, посмотрите на себя, это же Аполлон и Зевс. О! И вас! Стойте. И сейчас получается низ не соответствует верху. Что же делать? Но у меня для вас припасено еще два комплекта низа. По 200 гривен с вас. Не, ну, надеюсь, он того стоит. Не, ну так встречают же по одежке, это понял? Да. Вы умный молодой человек. Ну так. Снимайте ваши шорты. Ага. Так? Ну, и? Ну что, что ж вы ждете? Вперед, навстречу приключениям. Все? Все. Самое интересное, что до этого пляж не был нудистским. Все, дедуля, все. Наконец-то мы тебя взяли. Не будешь доставать нас своими тупыми приходами. А. Ребятки, может, как-то договоримся, а? А может, действительно договоримся, а? Это задача. Либо денег заработать, либо от этого избавиться. Угу. Да нет, посадим его. Достал он меня, вот здесь уже сидит. Все, дед, сядешь, не договоримся. Мы честные милиционеры и не ведем переговоры с преступниками. Ну какой же я преступник? Ты самогонщик. А за это, как оказывается, статья есть. Да. Так что ты сядешь по всей строгости закона. А я не на продажу. Я для себя. Для себя? А? 40 бутылок? Ну, это на черный день.
бабке спину натирать. Да, бабке спину натирать – это действительно черный день. Все, дед, будешь сидеть, ответишь по всей строгости закона. Ну, ребятки, ну куда же меня сажать? Я же ваш друг. Друг, не друг. А правосудие должно быть слепым. Да. Оформляй. Сонечка. Ребята. Ты не окай то. Чш-чш, ты этого не это. Это... Ну, за слепое правосудие. Понеслась. Это бабки... Спину. Молодец, дедок. Неплохая. В смысле, преступник какой. Ах ты, гад, ах ты, сволочь такая. Гад такой, а. Дедок, что ж ты нам за барматуху-то такую, а? Подсунул, я ж нифига не вижу. Ты, дед, где ты? Я тебя поймаю, я тебя задушу. Я ж говорил вам, это настойка бабке спину натирать. Ацетон... И мухоморы. Только дайся мне в руки. Ах ты гад, ты арестован! Ага, сначала поймай меня. А вот ты где. А вот ты. Ах ты гад. Сами говорили, правосудие должно быть слепым. Ах ты, дедуля! Попался! Ах ты! Не дал, ты шел, вот сызберем. Ах ты, морда крыныца. Ах, где ты? Так это все-таки правда, Звездунов. Сидячая забастовка, да? Я Звездюлькин. Это во-первых. А во-вторых, как преподаватель астрономии, я требую уважения к своему предмету и чтобы вы выполняли все мои требования. Этого тоже требую. Ну, во-первых, Джордано Брунович, слезьте со стола и пересядьте в кресло. И мы продолжим с вами наш разговор. Хорошо. Угу. Я уже 5 лет преподаю в вашей школе астрономию. Угу. И у меня до сих пор нет телескопа. Как это возможно вообще? Объясните мне. Это все равно, что преподавать биологию без микроскопа. Но вы спросите учителя биологии, и он вам объяснит, как это. Да-да. Я знаю. Он уже пытался показывать способ размножения на собственном примере. Я хочу, чтобы мои дети видели звезды, когда я им рассказываю о большой медведице. А они себе представляют Умку из советского мультика. Вернее, его маму. Ну, хорошо. Хорошо, я вам обещаю со следующего года. Нет, я требую это в этом году. А. Да. И срочно. Срочно, прямо сейчас. Угу. Хорошо, хорошо, Джордано Брунович. Мы купим для вас телескоп, но с одним условием. С каким условием? Вы вместе с кабинетом астрономии переедете в левое крыло нашей школы. Нет, это исключено. Почему? С третьего этажа так удобно наблюдать за большой медведицей. Нет, вы знаете, у меня из кабинета открывается потрясающий вид на звезды. С первого этажа? Не смешите меня. Ну ладно, я остаюсь у себя в кабинете, это все, что я придумал, это не надо, не надо. Это там траты для школы. Ага. Я пойду. Ай-яй-яй, Жанна Брунович, вы думаете, я не знаю, что на первом этаже очень удобно подглядывать в женскую спортивную раздевалку. Вы думаете, вы первые обращаетесь ко мне с этой просьбой? Вот вчера заходил наш трудовик, дядя Митя, и просил бинокль, мотивируя это тем, что у него упало зрение, и он не видит станков. Вы извините еще раз. Это я что-то напридумывал. Больше такого... Не повторить. Но я не... Ну, будьте здоровы, будьте... Но я не...
Ольга Николаевна, распорядите, чтобы купили и повесили шторы в женскую раздевалку. И немедленно. Надежда Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Христофор Иванович. Мы ставим с детьми постановку театральную про Колумба. Тан-тан-тан-ра-тан-тан-тан. Земля! И что вам для этого нужно? Для этого нужна подзорная труба. Угу. Довожу до вашего сведения, что мы вешаем шторы в женской раздевалке. А, да? Спасибо, что предупредили. Тогда театральная постановка отменяется. И сообщите эту новость всем учителям мужского пола нашей школы. Эх, какая могла бы быть постановка? Да, может быть, может быть. Занавес. Ой, извините, пожалуйста, больше такого никогда не повторится, никогда. Я пошутила, дурачок. Продолжай. Виктория Сергеевна, я дома. А за кто? Это мой муж. Быстрее в шкаф. О, боже. О, боже. Боже, что ты делаешь? Ах, ну, в шкаф без брюк и рубашки моветон. Быстро в шкаф, а то он тебе этот моветон твой оторвет. А, все. Извините. Виктория Сергеевна, могу ли я войти? Да, Иннокентий Вениаминович. Вы одеты? Ну что, право, конечно, да. Я вхожу. С вашего позволения. День добрый. Здравствуйте. Душа моя, да. Моя законная супруга, моя муза, мое вдохновение, моя... Боже мой. Что? Что я вижу? Что? Это... 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 Даже... Не нужно применять дедуктивный метод для того, чтобы предположить, что в данной комнате только что находился мужчина. Виктория Сергеевна, я, как законный супруг, желаю и даже требую знать, где ваш любовник находится в данный момент. А я не знаю. Может быть, вам показалось, или вы что-то перепутали? Вот. Будьте здоровы. Спасибо. Ну что ж, этот чих о многом говорит. Я даже боюсь представить, что сейчас будет. Кеша, не надо. Не сдерживайте меня, Кеша, Виктория. Кеша, я прошу вас. Виктория Сергеевна, Кеша! Уже слишком поздно. Боже мой, что сейчас будет? Разрешите войти? Я прошу прощения, но я вынужден вам отказать. Дело в том, что я... Не хотел бы, чтобы вы меня видели в нижнем белье. Я настаиваю, потому что в данный момент я раздосадован и даже близок к гневу. Поэтому... И я сделал все, что мог. Не утруждайте себя. Я выйду сам и покажусь вам воочию. Извольте. Здравствуйте. День добрый. Ну, и чем он лучше меня? А, я все понял. Все дело в зрении. У него минус 5, а у меня плюс 5. Неужели женщины интересуются лишь диоптриями? Ну, получается, вы да? Вы не представитесь? Поликарп. А по батюшке? Поликарп? Поликарпович. Иннокентий Вениаминович. Очень приятно. Взаимно. Слушайте, очкарики, может, вы хотя бы ради меня морды друг другу набьете? Морду? Я крайне раздосадован слышать от вас такие выражения в приличном обществе. Да. Я думаю, мы найдем более
цивилизованные способы решить этот спор. Интересно. Может, вы изволите одеться? С нами дама. Ой, извините. Извините. Да уж. Давай, бей! Бей его! Сожри! Ну! Шах и мат. Ну что ж, я вынужден признать, что я повержен. Ну что ж, я в свою очередь хочу вам сказать, что сейчас вы покидаете эту комнату поверженным, а я остаюсь с высоко поднятой головой. Эту обиду я не забуду до конца своих дней и буду вспоминать ее на смертном одре. Не буду вас задерживать. Спасибо за игру. Это был сильный бой. Честь имею. Виктория Сергеевна, только что я сумел отстоять вашу честь. Мою честь надо было отстаивать в 10 классе, но я завелась. О, Боже. О, Боже. Виктория Сергеевна, да. Я не слышал таких слов из ваших уст уже очень давно и вынужден признать, что они крайне приятны для некоторых зон моего эпителия. Просто раньше мужики за меня морды друг другу били, а теперь в шахматы играют. Иди ко мне, мой неандерталец.